саженцы яблони китайки золотой рани, Malus domestica китайка золотая рания, полностью оправдывают свое название. Действительно, плоды созревают рано, их можно попробовать в начале августа. Деревья считаются невысокими, примерно 3-4 метра. Крона изящная, образована тонкими, золотисто-оранжевыми ветками. Сорт относится к условно-самоплодным, поэтому эффективнее и лучше, если вблизи него будут посажены опылители. Яблочки приятного золотистого оттенка, отливают белым. На вкус нежные, с сочной мякотью и ярким ароматом. Высаживать деревья предпочтительнее на солнце. На нашем сайте spelov.ru вы можете заказать саженцы этого растения по хорошей цене. Ссылку на страницу заказа вы найдете в описании под этим видео. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал и узнавайте первыми о новых и интересных растениях.